Здравствуйте! Приветствуем всех, кому не безразлично счастье семьи. Мы продолжаем разговор о счастливой семье и прекрасном доме. Счастье в семье – это возможно. Счастье в семье – это возможно, если… Если следовать настоящим принципам создания счастливой семьи. Если знать эти принципы, если использовать их, если верить в благословение Всевышнего, того, кто дал их человеку. Есть только один способ достичь счастья ⁇ узнавать законы жизни и жить по этим законам. Каждая семья должна руководствоваться правилами. Кроме того, нужно постоянно следить за тем, чтобы принципы, которые лежат в основании семейного правления, не оставались без внимания. Мы ищем и находим эти принципы в священных писаниях и на страницах книги о семье. Принципы писания и книги помогают нам не потеряться в океане мнений и информации в вопросах брака и семьи. Хорошенькое начало передачи. Кого бы из операторов пригласить помахать веером, чтобы и мне точно так же отдохнуть перед трудовым подвигом? А что? Отдых нам всем необходим. Любому нормальному человеку, который отработал целый год, необходим отдых и моральный, и физический. Ну, положим, год мы еще не отработали. Нам еще передач 9-10 снять до отпуска придется. Так что ты рано расслабился? <связь> Ты всегда так чудесно можешь поддержать человека. Спасибо, коллега. От реальности не убежать, дорогой. Но чтобы тебя как-то развлечь и взбодрить, я хочу задать загадку тебе и зрителям. Загадку на тему отдых. Кому более необходим отдых? Тем, кто занят физическим трудом или преимущественно умственным? А пока прохожие будут отвечать на этот вопрос, ты можешь опять устроиться поудобнее и отдохнуть от рабского труда, ведущего программы ⁇ Семья и дом ⁇ А к какой категории относится мой труд? Сегодня преимущественно к утомительному безделью. Кому более необходим отдых? Тем, кто занят физическим трудом или преимущественно умственным? Всем, и тем, и другим. Тем, кто занят физическим трудом, им надо интеллектуально отдыхать, а кто умственно, им физически. Ну, и таким и таким, наверное. И физическим, и так. Я тоже так думаю, потому что и физически устаешь сильно, и умственно тоже устаешь. За компьютером сидишь, тоже устаешь. Не физически, так голова устает. Который. Физическим, который больше работает, они больше нужны отдыхам. Наверное, обоим. Умственно тоже это тяжело. Лучше э, тяжелее умственно работать, чем это э, физически. Думаю, обоим надо отдыхать. Я видела, что мало кто имеет представление о постоянном, утомительном труде служащих в офисе. День за днем, неделя за неделей они работают в помещении. Постоянное напряжение умственных сил разрушает их организм и ослабляет жизненный тонус. С ними может неожиданно приключиться беда. Они не бессмертны. И если в их жизни не произойдет перемены, то их силы истощатся, и они не смогут работать. Отдых необходим тем, кто занимается физическим трудом, и еще более необходим тем, кто занят преимущественно умственным трудом. Ну, наконец-то мне стало понятно, к какой категории относится мой труд. И какой, если не секрет? Конечно, к утомительному умственному труду служащих в офисе. Я день за днем работаю в помещении, и постоянное напряжение умственных сил разрушает мой организм и ослабляет жизненный тонус. Со мной неожиданно может приключиться беда. Я ведь не бессмертный. Беда с тобой уже приключилась, не переживай. Беда? Какая беда? Мы занимаем разговорами эфирное время а о чем наша передача зрителям так и не сообщили. Думаешь, тебя как ответственного за это погладят по головке? Считаешь, я плохо сыграл название нашей передачи? Не понимаю тебя. Отдых необходим. Разбуди меня, пожалуйста, через полчасика. Тема нашей передачи ⁇ Отдых необходим ⁇ Но только на работе желательно все-таки работать, а отдыхать в другое время. Наши братья А, Б и К наделены драгоценными способностями. Мы не можем допустить, чтобы они причиняли вред своему здоровью, сидя в заперти и занимаясь бесконечным тяжелым трудом. Все служащие сразу не могут оставить свою работу, чтобы какое-то время посвятить отдыху, но они должны так организовать свой труд, чтобы один-два человека могли уйти с работы, а другие заменили бы их. Затем пусть и у тех будет такая же возможность. Ну, что я говорил? Все правильно. Просто ты забыл, что отдыхать сегодня моя очередь. Тем более в перечне имен в выдержке я не услышала букв «П» и «Е». Мне кажется, мы вовремя говорим об отдыхе. У тебя такое лицо. Что-то случилось? Точно. Я стала хуже видеть. Набрала лишние килограммы. Настроение даже шоколад не может поднять. Я уже не говорю о киви и мяте. И в этом нет ничего удивительного. Врачи разных специальностей бьют в набат. Людей, чей трудовой день проходит в офисе, подстерегают опасности. Опасности заключаются в том, что офисные работники чаще всего толстеют, слепнут и впадают в апатию. Проблема номер один. Лишний вес. В США и Британии, как утверждают исследователи, Проблема офисного ожирения достигла таких масштабов, что крупные компании включили в свою корпоративную политику борьбу за здоровый образ жизни. Проблема номер два. Аллергия. Аллергия на пыль ⁇ распространенная проблема. По данным Всемирной организации здравоохранения от пыли страдает почти 40% населения планеты. Она вызывает аллергию астму и различные заболевания дыхательных путей. Проблема номер три. Боли и инфекции глаз. Проблема номер четыре. Хронические боли в спине и шеи. Они появляются примерно у 30% всех офисных работников. Причем заболеть может все что угодно. Мышцы плеч, шеи, рук и даже ступни. Причина в долгом сидении в одной и той же позе. Проблема номер пять – апатия и усталость. Они особенно прилипчивы осенью, когда нам не хватает солнечного света, а следовательно и гормона счастья серотонина. Что делать? Последите за собой. Если вы просто устали – не высыпаетесь и испытываете потребность в солнечном свете, все это легко исправит трех-четырехдневный отпуск. Погуляйте, подышите свежим воздухом, старайтесь больше двигаться. Если даже за длинные выходные отдохнуть не удается, и вы все равно будете чувствовать себя уставшими, обратитесь за помощью к врачу. Преимущество и долг каждого стараться освежить свой дух и укрепить свое тело посредством безобидных развлечений, стремясь использовать свои физические и умственные силы для славы Божьей. Недавно наткнулся в интернете на письмо следующего содержания. Вот интересно стало, как проводят свое свободное время, люди, у которых религия занимает большое место в жизни, которые регулярно ходят в храм, молятся, стараются соблюдать все заповеди. Как относятся ко многим нашим занятиям церковь и эти люди? Могут ли они пользоваться интернетом и смотреть ТВ ради развлечения? Они живут такой же жизнью, как и мы, или ограничивают себя в таких вещах? А если не смотрят сериальчики, не треплются о пустяках, не дурачатся на форумах, не шатаются с друзьями бестолково по улицам, потому что им это просто самим не интересно. У них другие вкусы, или, может, и рады бы так подурачиться, но считают, что это нехорошо, не спасает душу. Конечно, кем попало становиться не стоит, но ведь в семьях священников многие вещи, которые являются неотъемлемой частью нашей повседневности – просто не приняты. Забавное письмо. Откуда такие представления о религии? Действительно, есть люди с больным воображением, для которых религия является тиранией, управляющей ими при помощи железного прута. Такие люди постоянно сетуют на свою порочность и вздыхают о мнимом зле. В их сердцах нет любви, на их лицах постоянно усталость. Они леденеют от невинного смеха молодых, да и всех других тоже. Они считают, что всякий отдых и развлечение – это грех, и полагают, что постоянно должны быть суровыми и строгими. Это одна крайность. Другие, и таких немало, считают, что ум должен всегда быть занят изобретением новых развлечений и забав. И это якобы способствует здоровью. Они привыкают жить в состоянии возбуждения и без этого чувствуют себя плохо. Такие люди не являются истинными последователями Всевышнего. Они впадают в другую крайность. Наши развлечения не должны быть нездоровой, лишенной смысла веселостью, похожей на абсурд. Мы можем проводить наш досуг так, чтобы он приносил пользу и возвышал тех, с кем мы общаемся. А вот и секрет по-настоящему стоящего отдыха. Наш досуг должен приносить пользу раз и возвышать тех, с кем мы общаемся два. Умеем ли мы отдыхать? Когда мы говорим об отдыхе, то обычно подразумеваем под этим лишь свое свободное время. Часто нам кажется, что мы буквально задыхаемся от недостатка времени. Но так ли это на самом деле? Истинное положение вещей доказывает, что многие из нас подолгу сидят у телевизора, компьютера, у знакомых, друзей. Все это наше свободное время. На обычный день приходится примерно 3-4 часа свободного времени. Сейчас популярно выражение «Скажи, как ты проводишь свободное время, и станет известно, что ты за человек». Интересно проследить, как Лев Николаевич Толстой боролся за свои нервы и каким путем он восстанавливал свое здоровье, понимая, что какие-то участки его мозга переутомлены от литературного труда, он не бросал вовсе работать, что несомненно его погубило бы, а переключал свою энергию на другое. То он начинал заниматься греческим языком, то хозяйством, входя в каждую мелочь, то составлял азбуку для крестьян, то наконец брался за философию и писал статьи по религиозным и нравственным вопросам. Не все великие люди проводили весь свой день за работой. Например, Бетховен работал с восхода солнца и до полудня. Как известно, он каждое утро делал небольшую пробежку или просто прогуливался по аллее. Он часто называл такое времяпрепровождение работой во время прогулки. Отдых заключается в смене деятельности, а не в ее отсутствии. Безделье истощает сильнее самой тяжелой работы. Если вы хотите набраться сил, будьте активны, путешествуйте, занимайтесь спортом, гуляйте с друзьями, ходите в походы. А существует ли критерий правильного отдыха? Критерий правильно организованного отдыха – это отсутствие гнетущей усталости вечером. Да, есть усталость после дня, но усталость светлая, радостная, а не мрачная и угрюмая. Чтобы себе такой день сделать, нужно помнить правила отдыха. Отдых должен быть порционным. Отдых должен быть активным. Отдых должен быть правильным, то есть восстанавливающим силы. Сон. Главный отдых. Его нельзя урезать. На сон должно оставаться 7-8 часов. Урезать сон ⁇ преступление по отношению к организму. Примерно такое же, как если бы вы предложили своему шефу за нынешнюю зарплату урезать рабочий день на пару-тройку часиков. Всего-то. Многие говорят, что нервные клетки не восстанавливаются, но это не так. Научно доказано восстановление нервной системы при желаемом отдыхе. Когда мозг постоянно работает, а другие части организма бездействуют, происходит потеря и физических, и умственных сил. Человек теряет здоровый тонус, ум утрачивает живость, и в результате появляется болезненная возбудимость. Очень многие люди недооценивают всей важности отдыха, а затем не понимают, откуда взялись те или иные болячки. Эти вещи абсолютно взаимосвязаны. Необходимо внимательно регулировать время сна и работы. Мы должны иметь время покоя, время для отдыха, время для размышлений. Принципы воздержания гораздо глубже, чем многие полагают. Всем известно, что отдых человеку необходим. Какой отдых вы предпочитаете? Активно, потому что активный отдых позволяет восстанавливать свое состояние душевное, физическое. Погулять, что еще там? Я люблю, например, отдых в природе, корах, в yeah, yeah, yeah. сукули, коте. Вот это, это и есть отдых. От души отдыхаешь. И с телом. Чистым воздухом, на природе чисто. Можно куда-нибудь сходить, посидеть, в кино, например, посидеть психологически по поотдыхать. По воскресным дням на рыбалку. Вот в бильярд может там походить. Отдых, ну не обязательно прям, если финансы там позволяют, можно поехать куда-то отдыхать. А у нас вот Сукуль летом свое. Не надо тратить деньги за рубеж. Здесь можно отдыхать. Ну, выходные можно погулять. Я думаю, это отдых. Обязательно выходные один нас можно погулять. Просто походить, по паркам ходить, свежим воздухом подышать. Те, для которых умственное физическое благополучие является более важным, чем материальный достаток или требования и обычаи общества, должны стремиться к тому, чтобы их дети жили на лоне природы – которая учила бы их важным истинам и дарила отдых. Еще один крутой поворот, не так ли? Я тоже обратила на это внимание. Стремиться жить на лоне природы. В действительности это далеко не секрет. Человеку лучше жить на природе. Но почему? В чем причины? Познание. Природа является источником всех знаний. Знания первоначально появились в результате наблюдения за природой. Наблюдая за природой, человек открывает себе многие законы, которые даже иногда трудно передать словами. Человек понимает, что он не властвует над природой, а находится внутри ее. Здоровье. Пожалуй, этого не станет отрицать ни один доктор – Чистый воздух, чистая вода, работа на земле, купание в реке, прогулки по лесу, все это полезно для здоровья. Природа приносит здоровье и радость. Духовное богатство. Где, как ни на природе, рисовать шедевры искусства, сочинять строки поэзии? реализовывать разные творческие способности. Природа развивает у человека чувство прекрасного и стремления к Творцу мироздания. Эстетика природы. Многое, что создано человеком, ужасно. Но то, что сотворила природа, так гармонично. Ни разу не видела ни красивого леса, или ручейка, или холмика – Душа радуется от неописуемой красоты. Воспитательная функция. Природа воспитывает человека, воспитывая в первую очередь любовь к окружающему миру. Ты уже дома? Как в школе? Троек не нахватал? Ну и на том спасибо. По обеда и сразу же за уроки. Что значит, я не даю расслабиться? Это ты устал? От чего? Ничего, зато какое удовлетворение от... Послушай, не пререкайся с отцом. Я сказал, сразу за уроки. Ничего, что было две контрольные, ничего. И ни шагу со двора. Вечером все проверю. Ишь, моду взяла. Все время одно и то же. Я устал, мне нужен отдых. Учеба это тебе не работа в офисе. Тот, кто занят учебой, должен отдыхать. Ум нельзя заставлять постоянно, напряженно работать потому что этот тонко настроенный механизм может выйти из строя. В последнее время появилось много публикаций, посвященных ухудшению здоровья подростков за время обучения. Приводятся сведения о том, что лишь 15% выпускников школ можно считать здоровыми. Вот почему так важны отдых и физкультура, которые будут, конечно, порой нарушать обычный режим школьных занятий, но перерывы не станут помехой. Укрепляя ум и тело, способствуя проявлению бескорыстного духа и объединяя ученика и учителя узами общих интересов и дружеского общения – совместный активный отдых вознаградит всех старицей. Беспокойная активность молодых, так часто являющаяся источником опасности, найдет лучший выход, который станет благословением. Когда ум помышляет о добром, он защищен от зла, и это достойнее, чем бесчисленные ограничения закона и дисциплина. Послушай, а эту выдержку можно было бы каждому педагогу на стол под стекло положить. Во-первых, совместный активный отдых укрепляет организм. Во-вторых, при условии общих интересов и дружеского общения, совместный активный отдых объединяет учеников с учителем. Третье, беспокойная активность молодых, источник опасности, найдет прекрасный выход. Точно, после уроков физкультуры мы на следующем предмете почти спали. Четвертое. Мы хотим защитить наших детей от зла. Нужно позаботиться о том, чтобы их ум был занят чем-то добрым. И природа нам в этом первый помощник. Как научиться правильно отдыхать в выходные дни? Чем не нужно заниматься? В первую очередь нужно осознать важность и пользу отдыха. Выходные дни необходимо использовать для отдыха, а не для подработки. Не забывайте, что трудоголизм – это тоже болезнь, которую нужно лечить. После окончания работы постарайтесь больше не думать о ней. Научитесь переключаться, иначе будет продолжать накапливаться напряжение и усталость даже выходные. Не просиживайте за компьютером все выходные и вечером допоздна. Это неполноценный отдых. Телевизору, нашему одноглазому члену семьи, тоже много времени уделять не следует. Совсем наоборот. Не заводите будильник. Организм должен восполнить весь недельный недосып. Не бегите сразу на кухню готовить. Можно позавтракать чем-нибудь легким. В воскресенье забудьте про все домашние дела. Посвятите этот день семейному отдыху. Можно пообедать в кафе, неторопливо погулять в парке, поиграть с детьми. Потому что счастье в семье – это возможно. Счастье в семье это возможно, если... Если следовать настоящим принципам создания счастливой семьи и прекрасного дома. Если знать эти принципы, использовать их и верить в благословение Всевышнего, того, кто дал их человеку. Мы прощаемся с вами. До свидания. До новых встреч.